26 декабря 2014 года. Испытание лодки Sonar 450 Jet. Решили мы построить полностью новое дно для этой лодки. Взяли и сделали. Надоело дорабатывать старое. Конструктора постарались. В результате получилось вот что. Вот такое дно. Тоннель в кормовой части. И килеватости маленько добавилось. Лодка едет отлично. Фух, мы рады этому факту, потому что для того, чтобы достигнуть этого результата, понадобилось 1,5 года разработки и больше десятка неудачных прототипов. Но наконец-то все это в прошлом. Лодка будет выпускаться серийно именно в таком виде. Единственное, что на этом днище нету дубляжа. Это только дно как бы будет покрыто, будет черного цвета. Непосредственно тоннель выглядит вот так сейчас. Порядка 8 сантиметров разница с 450-м бестоннельным джетом. Мотор при выезде на сухую поверхность ее не касается совсем. Такие дела. Всех с наступающим Новым годом. Здоровья, удачи!